Всем привет! Только что пришла с работы. По дороге заехали в компанию СДЭК, забрали посылку с Василька очередную. Вот она здесь у меня лежит. Это в этой посылке в основном все для родителей, поэтому распаковывать будем вместе с мамой. Выпущу отдельным роликом, увидите, либо мы к ним в гости пойдем, либо они к нам. У нас намечается 3 выходных, день республики будет в воскресенье, поэтому переносится на понедельник. Отдыхаем субботу, воскресенье, понедельник. Садимся ужинать. Вот такой вкусный ужин у нас сегодня. Денис приготовил красный окунь с луком, овощное рагу и гречка. Очень вкусно, сейчас тоже буду есть. Котенку досталась отварная рыба, он тоже счастлив. У нас похолодало заметно, и я вот оделась, приоделась немножко. Нет, не надо, ты просто проветривал, и поэтому так холодно. Это он Котю так заманивает. Играют они с котом. Не реагируют на тебя. Котенок, ты где? А вон они, глаза горят. Вот она. По дивану бежит. Чё? Включай телевидение, просвещай. Чё просвещай? Ну, посмотри, чё хочешь. Вот она. Вот она приперлась. Стартанула тут. Где была? Пряталась? Я яблочки ем. Там темно, наверное, толков снимаешь. Здесь, да, у нас как в погребе. Надо люстру срочно покупать. Съемки вообще с зала невозможно вести, если темно. У нас вечер. Денис достал свою чудо-юдо коробочку. Ничего, я достал, не снимай. Не снимай, пожалуйста. Я просто не достал. Не хочешь, чтобы его снимали? У него тут что только нету, какие-то. Для меня это коробка с хламом. Мне кажется, для любой женщины вот это вот просто коробочка с хламом. Но у мужчин это все нужно. Когда я говорю, что это все выкинуть надо, мне говорят, что я чумачечая. Что это очень ценные вещи. Это очень ценные вещи. Это по электрике, это не трогай ничего. Это все по электрике? Да. Он достал вот такую штуку. Кстати, вот пока она здесь, я вам показываю. Вот многие спрашивают у нас вот эту, вот эту подсветку, которая идет. Мы ее тоже делали сами. Денис сделал. Вот она. Это обычная светодиодная лента, но она спрятана в короб, чтобы не било в глаза. Вот так она выглядит. И вот она вставляется сюда. Вот так. Ну, как это все сделать, я не знаю. Это уже там Денис будет делать. Ну, вот такая штука, знаете, что такая есть. Потому что у меня тоже спрашивали про эту подсветку. Пока есть возможность, вот я показываю. Что-то он хочет с ней сделать. Не знаю, что хочет. А, или ты в зал хочешь? А, я поняла, что он хочет. Все, до меня дошло. У нас в зале очень мало света, и он хочет светодиодную подсветку здесь сделать. Ну, она должна была быть. Тоже прикольно, да? Так-то. Ну, интересно. Это желтого цвета, надо другого цвета. Интересно холодно выглядит. Нет, а вот эта же фигня отражаться будет. Вот тебе и говорю. Ну хотя, в принципе. Нет, она отражаться может и не будет, ее по-другому просто делать. Да, у нас должна была быть здесь светодиодная лента. Она должна. Не то, что должна, она есть. Она есть. Там все под нее есть, просто мы не стали делать.
Короче, не знаю, подумаем. А вообще, если будем в Леруа, там такой видок, наверное. Я уже все спать ложусь. Время 10 час. Вообще, если будем в Леруа, то, скорее всего, может быть, и люстру посмотрим. Да, Денис? Я говорю, мы же в Леруа, если будем, то, может быть, люстру посмотрим даже. Всем доброе утро, ребята. Время 7 утра. Я собираюсь на работу. Денис спит. Быстренько накрашусь. Я крашусь-то так. На работе, ребят, у меня все хорошо. Я практически, можно сказать, привыкла, уже сработалась. Да что тут, у меня, по-моему, ужасно все в красных. Смотрите, что. Надо, наверное, что-то против аллергии выпить. У меня все хорошо. Все уже нравится. Получаю зарплату. Зарплата достойная, ну, для, как сказать, для нашего Бельбии. Для нашего города нормальная зарплата, конечно, не хорошая, как хотелось бы, но средняя. Пока нам хватает. Дениса, к сожалению, пока ничего, продвижений никаких нет, работы нет. Склоняется к тому, чтобы либо опять уехать, но сейчас это нереально. У нас очень плохая ситуация с ковидом. Очень много заболевших, переполнен госпиталь в Белебее. Опять накрывает нас с головой. Вторая волна. Люди болеют, сильно болеют. Особенно вот дети являются переносчиками, да, дети переносят легко. А если взрослый заражается от ребенка, болеет очень-очень тяжело, вплоть до смертельного исхода. Вот. И сейчас опять эти карантины, и не знаю, масочный режим на работе, нас в масках заставляют сидеть. Хотя мы, конечно, этого не делаем, но заставляют. Я против, чтобы он поехал обратно на север. Скорее всего, будет устраиваться где-то в Бельбее, пока на низкую зарплату. В Бельбее у нас нет хорошей зарплаты для мужчин. Но пока так, пока у нас две зарплаты, я думаю, мы справимся. У нас в гостях родители. Вы спрашивали, как раз сегодня читала комментарии, спрашивали, что-то не видно мама с папой, типа, соскучились уже. Не видно только из-за того, что сейчас Алена тоже вышла на работу, у нас как-то не совпадает это. Всю неделю, считай, на работе, огород, считай, закончился. Ну, сейчас наступит зима, будут долгие выходные, долгие зимние вечера. Встречаться будем почаще. Сейчас сделали обзор от Василька. Посмотрите, в предыдущем видео, наверное, вышел. Кому интересно, можете посмотреть. Нет, мне очень все понравилось. Все понравилось. Все, да. Понравилось. Ага. Васильку спасибо, говорю. Очень пошли спасибо. Кушать на кухню. Ага. Идем, Сешка, пойдешь? Сешка, пошли. Идем, пошли. Здесь у нас такой раскардаш после съемок. Сейчас я уберу немножко. Давай, колготки да, потом померю. Потом Денис там приготовил мясо по-французски. Сейчас покушаем все вместе. Ты главное со своей кошечкой поглядывай, а то она тебе сейчас, знаете, колготка как бы зацепки не сделала. Она уже там, по-моему, примерять их пытается. А, надо. Она сейчас это. Это выкинули. Вот мусорку. Чай, если тебе не нужны пакеты, выкинем. Нет, ты чего? Ты чего? Давай играть с мусором. Правда, мы уже... Кушайте, потом пойдет. Неохота даже кушать, потому что я что-то плотно на работе сегодня поела. Папа тоже только из дома. Он сегодня целый день тоже дома. Так что мы сыты, даже кушать. Ты что, капусту-то солила? Капусту? А, там у тетки? Да. Да, посолила. Ага. У себя-то еще нету, я чуть попозже буду солить. Да как бы там сразу солить? Ты знаешь, не стала. Потому что там надо банки у нее искать. Да. Дома у меня, как сказать, все чередом. Все свое знаю. У меня определенные банки широким горлом. Я солю, чтобы это
Ну, я уже дома потом посолю. Она мне и капусту давала. А, кстати, я морковь привезла оттуда. Целое ведро чищенной привезла. И такое привезла. Это нечищенная морковь. Если что, там это, берите. Себе буду чуть попозже солить. Сейчас на ярмарке я себе капусту найду. Что-то в этом году, тетка сказала, плохая была капуста. Как-то она, знаешь, это не завязалась вот в кочаны. Она такая вот, знаешь, не тугая. Ее так, кстати, резать было, шинковать не очень-то хорошо. Она это... Ей много что делать? Ты знаешь, у нее было очень много, но, считай, 3 мешка они отдадут бычкам. Потому что из этих, из всего, что мы собрали, я более-менее плотное выбрала. Посолила, ну, 8 банок 3-литровых посолила ей. Много? Ну, хватит ей, да. Ой, Ален, она, ты думаешь, она с этих 8 банок успеет что съесть или нет? Ой, она в очень плохом состоянии, конечно. Вообще, прям звоню каждое утро, 8 утра ей звоню. Встала, не встала, как поспала. Сейчас вот еще этот сын-то старший там с ней, вот сейчас ночует. Вообще, очень плохое состояние. Ну, возраст 81 год, чувак. Тебе что надо в Икее? Мне в Икее. А что мне в Икее надо? Ой, когда-то надо что-то было вроде как-то. Ты что, позвонишь? Ладно, вспомню, позвоню. Слушай, ты почему без тапочек? И не носочек, и не носочков, и не тапочек. Пока нормально, потом одену. Вот, одевай что-нибудь, тапки одевай. От линолеума все равно. Знаешь, как через ноги быстро простываешь? Одевай. Не, вообще не должно быть, чтобы у женщины были холодные ноги. Вы рано завтра выезжаете? Да. А ты записалась, да, уже, или как? Записалась. У тебя на сколько там? 10:30. Денис, не надо, не пачкай. Денис, не пачкай. Это... Вот постой, вот сюда, в мешочке, как лежит, он так и положит. Давай по-простому. Вот, положь, что это самое? 10 посуды занимать. Вот вилки. Не надо, вы на гараж захватает. Чем меньше посуды. А, ты хочешь выпить? Ну, это тогда. Запеканка какая красивая. Это мясо по-французски. Это помидорки, да, Денис, сверху? Красивые вот эти помидорочки. Да, помидорки, да. Да, там помидоры. Так я сама что-то суслик меняю. Это дома морковка и помидорки. А что, вот это тогда? Да. Кстати, вот это я попробую. Я на видео ваше видео. Что-то заинтриговала. Да. Ага, и мне прям это заинтриговало. Она называется такой... Ксюксю, оказывается. Ксюксю? Да. А что это? Ты пап, что будешь? Будешь так ее? Называется, я даже не знала, что ее она называется. Не, ну это, ну это спиртное? Да, 15 градусов. Накладываю всем кушать. Что, от, что открытое есть? Что хотите, мне все равно. Что открытое есть, то и... А это что? А, пахнет как гостиница. А. А там же было что-то открытое. Какая разница, все равно открывать. Открытый, не открытый. Ты пробовал, отец передал тогда. Да. Уже настолько нормально? Да, нормально. А мы что-то еще не пробовали. Вот надо было настойки попробовать. Хочешь, тогда тоже попробуешь? Настойку тогда у нас попробуем. Если хотел, буду вам приглашать и попробую. Да, она горькая, мне кажется. Не водка настойная вроде просто. Ну, подожди, настойка это вообще, что это настойка? Сколько в ней градусов? Так же, как водка, или не 40 градусов? Пьют настойный на какой-нибудь траве, там, туда. А, типа реки настойка. Раньше зверобой была настойка, выпиши. Ой, а я раньше... Алена, сыр порежь. Вот, о, капусту, капусту, все, больше ничего. Денис, не режь сыр. Если лучок достань, лук. Какой лук? Ну, репчатый. Алена. Капусту покроши. Если вы сами будете, не нам просить. Ничего не надо. Ну, а что в капусту? Не просто, надо вот лук. Да, лук. Знаешь, чем пахнет? Йогурт. Ну, она как будто даст клубник. О, это подохло. Йогурт. Померло, что ли, все же? О, и ноги пьют. Ничего, как их там взяли.
Как не зовут, я дала ей, вот принесла гостиницу, дала Алёне. С Василька ничего не заказали, а столу не приглашают. С Василька ей шапку, шапку на зиму и валенки. Котенок на всех обиделся. Так у них валенки-то у нее свои. Котенок обиделся. Никто не приглашает, да? Нет, ей надо просто гостиницу с Василькой. Василек ничего не шьет, никакой одежды. Да ей надо эту сшить, лежанку мы с Денисом хотим. Или купить, или сшить, да. Ну, со старого свитера ты тогда показывал. Можно же, ну вот и... Надо у тебя взять, у тебя же машинка есть швейная. Или нету? Нет, машинка есть. Денис сказал, что у тебя есть машинка, я не знаю, откуда он это взял. Да, есть новая машинка, кстати, да. У нас машинка есть, я на ней что-то не подворачиваюсь. Ну вот, можно лежанку сшить. Единственное, что я на ней сделал, это двое подъезд. Нам эта машинка, по-моему, самим задарма досталась, да? Мы покупали телевизор, и нам дали как бонусом машинку и сковороду за 2000. Там ну, машинку какой-то... мы добавили, нам что-то бонус дали. Что-то купить, мы на машинку 1700 добавили всего лишь. Наоборот, на скорую добавили. Машинка так досталась, на скорую добавляли. Ну, разницы нет, там дали бонус по размеру 5000. Да. Машинка стоила 3 с чем-то, 3800, по-моему, и скоро отдаться там 2. Вот, и 800 рублей мы добавили, потому что не хватало. Там, наверное, на стылу, пока ты говорил, там было выпало. Что, вот, кушать? Тебе дай побольше, да, а тебе поменьше. Ну надо, Алена, ну не надо. Ну вы попозже. Алена, вы попозже себе сделаете бутерброды. Садись. Алена, я вот не буду. Вот ты сейчас сделаешь просто зря. Ну зря ты сделаешь, не надо. А что ты хочешь? Я говорю, бутерброды сейчас сделаю, достала кошачью консерву. Хотела достать эту. Сделайте себе потом попозже. Я не... Алена, когда вы солили, вот мариновали вот эту капусту, я смотрю, а вы там перцы правите. Ты компот сама будешь, нет? Да. Положили гвоздику, я смотрю, вроде много, штучки 4. Она же гвоздика сильная такая, пахучая, думаю, ну блин, нам капуста сильно гвоздика будет вонять. А здесь нет, слушай. Ну, я по одной штучке все положила. Не ощущать. Да. Нет, ты в каждый слой по одной положила. Каждый слой по одной, да. Я думала, запах сильно будет гвоздики. Нет. Угу. Нормально. Вкусно. Запеканка тоже вкусная. Это картошка французская. Картошка такая нежная-нежная. Обычно. Мышь картошка. Она же... Денежда это? Молодая девушка. Поэтому она и нежная. Нет, Денежда это... Сливки это молоко наливал, нет, ты на это? Нет, сметана на майонез чуть-чуть, ага. Ну, вкусная тоже очень. Ребята, да садитесь. Я не знаю, что он шел. Мы знаем, зачем она. Я вот правда. Садитесь, ну все есть, все равно. Все равно я вам готов. Покушали, да и все. Настоящий сделан, да. Сюда мы брали. Что я беру? А что ты мне так много налил? Там целую рюмку. Не, у меня целую рюмку. Спать хочешь. Ага. Это рюмка. Ой, спасибо, ребята, вам за подарочки. Нам-то что это не нам? Все, спасибо. Ну, спасибо. Но если бы не вы, мы, нам бы тоже никто не прислал. Ага, вам надо свой канал открывать, уже многие просят. Может быть, вам больше будут слать, чем нам. Ладно, все, мы кушаем.